Нельзя сразу бросать в огонь большие пальцы. Я ожидаю славной смерти. Да, если я просто лягу, возможно. Ты хочешь этого? Посмотрим. Не стоило сюда приходить. Все. Thank you.
Мне не о чем с тобой говорить. Не может. Ты... Теперь-то он, конечно, мертвый, но откуда же он взялся? И не поверишь, пока своими глазами не увидишь. Именно так. Мой отец воевал против эльфов в Великой войне и погиб. А я осталась одна. Мне все равно, что там в мире творится. Мятеж, пробуждение драконов. Мне заботы на лесопилке хватает. Честная плата за честную работу. До встречи. Во имя богов. Даже не знаю, что и сказать. Если у тебя есть топор, ты всегда можешь рубить лес и зарабатывать. Просто приноси мне все, что нарубишь. До встречи.
растяпа. Thank you.
убью! Я тебя прикрою. Ладно, что мне понести? Тогда пойдем. Я все еще здесь. Ладно, что мне понести? Показывай дорогу.
Говорят, та же рассвета возрождается. Это охотники на вампиров или что-то... Дай мне знать, если тебе что-нибудь приглянется. Обязательно меня отвлекать? Он соответствует всем описаниям флакона, которые мне попадались. Но если жидкость в нем не удерживается, мы ничего не можем узнать наверняка. Как же он оказался разбит? Вот что бывает, когда поручаешь работу кому-то другому. Логично, сомневаюсь, чтобы у тебя хватило знаний повредить флакон. Как бы то ни было, это конец. А теперь извини. Я что-то не в настроении развлекать гостей. Уверен, ты сможешь закрыть дверь с той стороны. Вот тебе за труды. Я хочу поблагодарить тебя за помощь. Я знаю, мастер иногда бывает очень мелочным. Вот, это тебе. Пусть флакон и разбит, я все равно считаю, что твои усилия достойны большей награды. А теперь извини, мне нужно ухаживать за Нурилеоном. Я могу хоть немного облегчить его последние дни. Мастер слегка не сдержан, но я столь многому у него научился. До встречи!